Всем привет! Смотрите, какую прикольную штуку нашел. Конкурс без денег. Просто делаешь ставки, ничего не вкладываешь и можешь заработать. Сервис называется этот Azura. И призовой фонд конкурса 4000 USDT. Это криптовалюта, эквивалентная долларам. То есть 4000 электронных долларов. Да, и еще есть 6000 токенов. В общем, рассказываю подробно, как это работает. Azura – это новый протокол для беттинга. Суть в том, что можно делать ставки на спорт без посредника, то есть без букмекера. Такое возможно за счет блокчейн-технологии. Итак, открываем сайт azura.org. В правом верхнем углу нажимаем ссылку на чат-бот Azura в Телеграме. Дальше нажимаем «Открыть веб-версию». Затем пишем электронный адрес, вводим номер вашего Ethereum кошелька. Если у вас его нет, то заходим на сайт MetaMask. Скачиваем расширение на Google Chrome. Для этого нажимаем кнопку «Установить», жмем «Создать кошелек». Отлично, кошелек создан, копируем номер и отправляем в Telegram. И теперь, чтобы на ваш счет поступали тестовые токены для ставок, надо сделать еще несколько шагов. Заходим в Twitter, если нет аккаунта в Твиттере, создаем его. Далее публикуем твит с номером кошелька и копируем ссылку. Затем вставляем ее в окошко на сайте RinkyBuy. Вновь заходим на сайт MetaMask и в правом верхнем углу выбираем тестовую сеть RinkyBuy. Все, после этого вы можете пользоваться Azura и ежедневно получать по 100 тестовых токенов, которые можно тратить на ставки в системе. Пока что беттеры могут делать ставки только на матчи топовых футбольных чемпионатов и только по линии обе забьют. Самое крутое, что неважно, выиграешь или проиграешь. В любом случае, игра идет не на реальные деньги, а вот призы настоящие. И еще, если появятся вопросы, заходите на сайт MetaRatings, там есть понятная, легкая инструкция. Всем удачи!